купила себе свитерок, а он бледный никакой. У меня юбка вельветовая длинная, и купила этот свитерок. Он не такой безликий, но такой невеселый. Вот решила его развеселить. Посмотрим, что из этого получится. Не могу отходить от машинки ни на одну секундочку, ни на один поворот головы. Но настолько нежное создание моя машинка, поэтому вот уже смотрю, что-то мне не очень нравится. Придется поправлять. Походу пришлось слегка корректировать и поправлять этот листик. Но я кленовые листья так люблю, что я не могу от них отказаться, поэтому все равно решила настоять на своем и добить этот кленовый лист. Здесь будет несколько разных листьев. Ну, я думаю, кленовый я еще повторю чуть повыше на свитере. Ага, есть у меня тут такой момент. Моя машинка не всегда слышит, что закрыты пяльцы. И она периодически мне напоминает, вот рычажок для закрытия пялец. Периодически она мне говорит: проверьте пяльца. Поэтому мне приходится останавливаться и поправлять. Ну, пока этот листик вышивается, покажу, что получится, и покажу дальше. Вышился кленовый листик, поставила на самую медленную скорость. Моя машинка, она имеет 3 скорости хода. И когда я вижу, что что-то начинает барахлить, я ставлю на медленную ходу, чтобы поаккуратнее работать. Сложненько у меня идет процесс преображения моего свитерка. Ну, это будет очень красиво. Я уже видела, покажу вам, когда будет все готово. Но я фрагменты достаю, смотрю. Но мне очень нравится. Пришлось сменить размер пялец и вышивать листики по одному. Обычно я наваливаю сразу все, что мне нужно, и сортирую, уже глядя на сюда, как бы в библиотеку в эту, и вышиваю сразу все. А пришлось поменять пяльца, пришлось по одному, потому как, ну, что-то вот моя машинка закапризничала. Сейчас буду очередной листик вышивать. Выбиваю плечо, поэтому очень скрупулезно нужно следить. Опять каждый стежок, опять каждый миллиметр. Сейчас отутюжу, потом сниму на себе, покажу. Может быть, зря делала вот этот цветочек, но уже перебарывать не буду, пусть так. Как обещала, показываю свитерок свой вышитый. Теперь он повеселее. Я его специально покупала под эти брючки. Выходить собаку гулять на базар. Удобно, темненький. И, ну, очень оказался уныленький, поэтому вышила. Вот такая у меня юбочка под него. Она у меня в пол, длиннющая. Юбки я ношу, платье только в пол, либо брюки. И вот такая у меня еще вот. Это когда-то мы собирались с моей подругой. Ткань покупали, потом резали. А потом собирали по-своему. Тоже она подходит наверх. Вот так вот показывать не буду, но покажу, как это. Есть еще одна юбочка, которую я не нашла, тоже зелененькая.
Я смотрю, у меня все серенькое, зелененькое, светло-кофейное. Я такой любитель такого цвета. Нормально?